Количество резидентов Новосибирского технопарка в скором времени уменьшится. Новая дирекция провела инвентаризацию компании и собирается сократить число тех, кто не занимается проектами в сфере высоких технологий. Договоры технопарка со всеми этими структурами, они носят ведь ограниченный по времени характер. И поэтому, так сказать, с компаниями, чья роль и смысл пребывания на этой территории нам не будет понятно, и мы с ними объяснимся, мы тогда договоримся о том, что мы не будем продлевать наши договорные отношения. Под сокращение попадут так называемые сервисные компании, например, фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги. Они не смогут получать льготы, положенные резидентам. Изменения коснутся и обучения в летних и зимних школах Академпарка. Раньше на мастер-классы и лекции приглашали людей с интересными проектами. Теперь предпочтение будут отдавать студентам и молодым ученым. За несколько лет в школах Академпарка обучение прошли 1500 человек. Было создано более 100 новых компаний. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!